Дайте фул репов. Наконец-то, да? Да, честно, заебал этот ШП. Демон наконец-то пиздат. Демон наконец-то пиздат. Ну, пока смыслите, не знаю. Дайте инту, дайте рыбу, дайте прист. Винстон, ты тут? Рыба нужна. Писал вроде там 2 минуты, а прошло уже хуй знает сколько. Он писал перекур вообще вроде. Видимо, решил еще одну скурить. Надо пойти скрутить, короче, типа. Все бежит вроде. Тут. Ёбана в рода дымком, блядь. Он что, не может как утка нахуй курнуть по шульку? Кто? Дым. Кто проживает на тяге? Подходите, подходите. Чё, ничего, бей. Инту. Можно до дефласки пить, если чё. Ты на боссе такая. На боссе, да? Да. Только главное, подводи его вместе с грибником, чтобы он был. Да пускай это двое, да потанчит нахуй что-то, я хуй блёдок положу. Ты, я говорю, босса, главное, подводи под грибного, и все, ты в остальном АФК стоишь. Окей, окей. Можете пулять. Пуляй, иди, подходи. На полу дайте в пиво. Один есть тут. Миловидное грозовому. Ага, блядь. А чё, будет трэш собираться на? Чё, я, да? Дар как бы. Ну, пизду, короче, упали на. Команды не было нахуй. Не было команды в дар свечиться? Собрать трэш не было команды. А-а-а. И дать собрать. Ты же знаешь, проблем никаких вроде. На числе. Ну, вот сказали, пиво на боссе. Дальше что следует из этого? Ну вот он... А может... я ебу, да я второй раз вообще на ней. Вот он забирает каких мобов, получается, пиво, если он на боссе. Давайте подумаем. Используя подсказку 50 на 50. Хватоплёта. Если пиво на боссе, он забирает хватоплёта, да? Да. Рофл. Нет, все ровно наоборот. Пиво забирает двух маленьких, а Шилдмейден забирает хватоплета. Я не знаю, правда, зачем вы это придумали. Ну, давайте так уж делать, как надо тогда. Да все, он потанчит, я хватоплет положу. Он решил проверить себя или что? В этом-то я профессионал. Не, ну а зачем это было? Он просто себя проверить хотел. Я не знаю. Проверили, блядь. Короче, грозовому кикает миловидное, водяному седой. Аффикс грозовому, водяному стеклянное. Вары там сами докикивайте, кто стоит там, плакает. Видите, в 0-1 до конца. Если можете. Фурик один. Короче, один на пул сейчас дадите просто в танк аффикс. Остальные в трэш скинете. То, смотрю, тяжело. Подходим, все. Блянь. Все готовы. Дайте бомб, дайте бомб, дайте бомб.
ГГ. Там что, в демоне успела каждого прям? Дар за боссом перед лицом. Отошли РДД от босса. Дрожание. Купол скоро. Смотри там сам. Доигрываем, доигрываем трэш, блядь. Сколько мне изменяет память, он рандомно, да, вызывает трэш? Да, трэш. Вот оплет. Отойти от него, если что, удар справа. Отражение. А чё, мы может равномерно будем бить, нет? Yeah. Все милики свичнули быстро. Арх сзади, справа. Грибник. В центре нет нихуя. Растает вот квадрат. Дар перед лицом босс. Дрожание. Трэш. Пошли от босса РДД. Топлёт. Больше большого, да, играем. Милики свечите. Добьете. Удар вылазит. Моба добить, моба добить. Нет, надо пэш убивать и потом только убивать босса по-любому. Отошли от босса. Стоп на уе. Грибник. Где хуйня? Удар тут же. Отражение. Ну блять. Умереть без напула. Хорошо. Да. Тут нету нигде, печально. Убивайте уже. Сбиваем босса. Сейчас помощники будут. Кливаем помощников и босса вместе. Да. На реке вот тут соберитесь, кучку. Отошли. Дрожание.
этого босса дамажим, это трэш на меня уже нам повезло. Ну, купол надо будет поставить. Трэш в РДД. Пиздец, ни шея, ни поезд, ебаный рот. Это на 3 минуты. Так, кто там, ходер? Hold the door. Зомби атакуют, блять. Хан, тебе на мейн? Да, у меня 277 запы. Настя, накинешь по нему? Приводность. Да вот, только не наступил за эти пельмени, по-братски. О, он вар наступил, по-братски. Да, ну... А я пью пиво еще за печеньку. Бэс, ну ты видишь, как ты бежишь, нет? Мы не проанонсили. Подбежать. Че, кто наступил, Вольт? О, хлоп, нахуй, целый. А у меня никто не реснет, типа, да? Так ты не проанонсил. Ноль. Я отпускаю не транс, ну его знает. Ну, транс на аккаунте. О, еще один претендент. Знаете, короче, вам раз и два. Учитесь бегать. Кто туда следующий подбегает? Давайте ловим по пачке прям. Кто там стоит, блядь? Пиво. Я, блядь, вообще-то танчу. На. Ты охуел, я танчу, тут уже вызвали. А нахуй ты там дальше танчишь, стоишь и спаунишь. Такое, я, блядь, в сторонке стою. Давай проверим. Хуя ты, блядь. Плюс 500 сделай мне, нахуй, ЕП за твой косяк. Ну, бля, вы уже напрягаете этой хуйнёй. Это чтоб не расслаблялись. Да ты гонишь, я танчил, стоял, я даже не в ней был. Как бы мне похуй на ГП, но это пошёл-ка ты нахуй. Что, говоришь, можно ещё раз зайти, ничего не будет, да? Вообще пиздец, блядь. Не за хуй собачий. Рэл, блядь, кидала, нахуй. Все, успокойся. Дай мне элемент. Учитесь бегать, блядь, пьяные. Первый элемент. Мне ГБ так и не поставили. На тебе, ГБ, блядь. Солярно халтуришь. Ну, давай, принимай ап и... Да. Даже не смогу. Все готовы, давай, пошли.
Будьте в курсе, да, что здесь стоять нельзя? Рядом с вами костер, если что. Он был, все, уже нет. Было. Я так. Внимательный молодой человек, да? Вот сегодня лук говна. Настя, а что у нас приоритетнее? Если пару на транс, на офф, пофиг? На офф, если за ГП забирает, пожалуйста, если нет, то... На офф за ГП будешь брать защитен? За половинку дадим ему? Да-да, за половину. На офф и всё идёт за половину, кроме печенек. Я тогда закинула в него. Ой, сколько мне вообще стоит? Это ему на третью, а не коня. По пиву еще пятерку закинуть. Чего там будет? Загрели. Оба народ. А что это было? Что там трепет? Вилдна сняла, видно, видно. Вилдна сняла. А, меч отдал. Да. Вилдность тебе на мейн? Охуеть, не встать. Аплодирую стоя просто, бля, вообще. Хорошо, хоть не окно. Это в ЗС прыгнул. Да, можно не знать, можно не знать. Стой, стой, стой. Я отключу звук, пока говорю. Жок с подкруткой, это в ЗС с лифта прыгнуть, Гидрис. Такого, блядь, не помню даже. Настя, по вилднесу за 290 зуб. Настя.
чё, кто там первый ма? Мортрес? Ма на коня. Давайте, врывайтесь. Давай. Давай. Ну а тут все. Надо чуть подразойтись будет. Попал. Повезло миликом чуть-чуть. Можно не пулить, пока еще не дорезали людей. Ну ладно, получал укус и убегаешь тенями сразу же. Жизнь. Бля, вот этот босс мне больше всех нравится, а пока стоять. Мимо. Вообще заебись боссы, когда ничего не надо делать. Не, шилд танчит, а я просто стою. Можно никуда не приходить и представить, что босс умер. Есть такое. Называется Голдраны. Тоже верно. Две секунды он был в агро, но... Бля, а что получается, вот этот печать просто апает левел и все? Люба народ, я думал, камешек добавит. Камешек еще добавит. Но она добавляет 290 баллов. Она меняет внешку. Это самое важное. Даем, даем. Вока же вчера не стали добивать, правильно, без меня? Нет. Можно будет сходить добить. Ты вот сейчас подумал, что сказал? Око добивать без меня. Ну, мало ли, может... Мы, блядь, с тобой его не убили, а без тебя, думаешь, что-то поменялось бы? Я думал, вы отчаянный муж. Ладно, короче, приехали. Может, на Келе сходим? Конечно. В обычку? Да. Замал. Может, в РСХМ сходим? Припадает там. Замал. Ну, кстати, слышишь, Кирилл, может, ЗС-ку сегодня? Кого?
Нет. Завтра работаю. Хуяли. Два часа, полтора часа РТ еще. И что? Все готовы, дает счет. Чем мы два КД назад ходили в РСХ? Танчик у нас пошел в Мейден, да? Сейчас сзади эту метку без липовой заряда выносить надо, да? Ну, вроде как. И это ты здесь тоже второй раз. Ходи быстрей. Я и так втекаю. Где там друид умирает? Хорошо, хорошо. Конченые. Упали. Диван мне дали. А там не мелики. Ну, я прям видел эти стрелы летящие. Черная пятница. Ну вот, я не знаю, человек смотрит вообще на тайминг появления споры, чтобы стопнуть, не обновлять свои АУЕ. Говнище всякое. Видимо, нет. Не знаю. Не достало, рискните, пожалуйста. Ну, в смысле, знак мага накидывается обстрелом же чародейским, нет? Он стакается. Да какая вообще разница? Ну, блять. Короче, держи. Это технопранкер. Видимо, альтабнулись на реакции.
Сейчас, секундочку. Секундочку. Ну, блядь, я чё, лично за тебя должен вот так смотреть заранее? Скоро-споро, блядь. Стопните свои АОЕ доты, блядь, неконтролируемые, блядь. Стопните, блядь, свои моры, блядь. Пошли вы нахер. Будешь дамажить вандом, тоже получишь ГП, блядь, за ДПС ниже танка. Да пиздец, пиздец, бля, вы как вы за это ГП ебаное напрягаете? Это вообще пиздец. Это поздно уже, я тебе скажу так. Лыба. Нет? Нет? Надо было сразу. Ты нажимаешь, уже возвращаешься. Гранитовый скоро. Так это Гера для танка. Гера для танка. Бежи и потом дамажь. Перешли, будем прыгать туда-сюда, сейчас перешли заранее. Пиздец, блядь. Я тут постою бегать, если хотите. Баба. Thank you.
О! Чего там? Ебать. Дай на 3 минуты. Да, в тебя влетела торпеда. Да, ХП получается. Ладно, может, конец умерла. Тебе на мейн? О, вспышка, нихуя себе. Помиловидный. Давайте, короче, 2 минуты покурим буквально. Помиловидный за пояс. Пока ролят там, пока разберетесь. Кому надо, кто ничего не ролит, вы можете лучше курить, чтобы вы потом не спрашивали. Мы пойдем еще на Алара. Голова на Вара нормальная. Ты берешь ее в статом до Т6. Ну или... Что, Джон, ты на мейн? Я на мейн. По нему, Настя. Это шо, это триня такая. А да, и на хилов идет вроде как, или нет? Нахпала бис. 2 минуты. А те, кто не ролит, могут уже валить. Подставил. И закинь за ту, накинь за двух боссов. Тебе после йога еще 4 останется сколько? И запускать? Да. Время. Да, я думаю, да. А где Эльта тут? Алганят! Даруй мне силу! Сманить. Запустил тварь. Поставьте порт. Ты пришел, Сун? Спасибо за самон. Самон никого не было. Накидывай там, наверное, РДДшников, кто пойдет в этот комнату. Я? В РДДшке у нас плюс ДЦ до 10. Хочешь сказать, что не пойдет? Ты думаешь, они запомнят? А так хотя бы первая стадия, может, запомнят.
Ну просто демон не заходит и все. Я заведу. А ты будешь пета перевызывать? Что тут делать, Киря? У меня же талант есть. А. Тогда не заходит в Салари. Слышишь, нет, алло. Я так перекину. Кирюша, чего еще? Что тут делать? Заголять и бегать. Нет, я умею. Танчить трэш за кимпом на последней фазе. Короче, скажешь, походу. Так, короче, тогда ладно. Кто не заходит в итоге? Дворф-снайпер, может, не будет заходить у нас. Ну да. Дворф-снайпер тогда не заходит. Ну, там нихуя ДХС не даст. Ну, я вообще поставила дворфа. Ну, все, все. Все РДД, кроме дворфа. За место дворфа заходит за щита. А, ну вот, сорян, ты заходи. Только вот так сделать. Маги, ханты за спиной. Пацаны под лицом. Слева, справа. Ну, то есть дальний рейндж, я имею в виду маги, ханты. Чек на пункт. Паску можно выпить, еще пойдем на Лару опять, что она там пригодит. Зачем? Все, лужа проходит. Давай за щитан, ты нас сводишь, смотрим за печенькой. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Повезло, что он начал спавниться. За печенькой смотрим мы или не смотрим? Не было анонса, за кем бежать. Всем привет. Привет. Не бьем, пока идет. Второго поймать. Девочка трабл, все. Дотки все. Все, все. Я назвал таргет. Сбить. Второго ловить. Что появляется? Блядь, ну. Ужас, а? Чё вы там стоите, блядь? Короче, надо будет купол сместились под череп. Сюда надо будет купол сейчас ставить. А, ну, пока нормально. Каст. Этого можно вести, забрать. Отойти от них. Блядь, ну как он кастует, ёбаный в рот у вас. Дворф упал. Сколько у нас БРФ? 2. Есть смысл. Сколько у него вообще урона? Ладно, дайте ему рез, цитаэль. Пока не бьет. Ага. Вы чё, блядь? Рога? Очевидно. Они там рядом лежат трупиками втроем. Ну, у меня щупальца взяла и луч. Сразу же. Еще надо резать кегу. Камушка кегу. Быстрее. Сейчас что делать? Порталы скоро, порталы. Слизь, заходили. Мортар сможет зайти побить. Давай. Щупальца тут бьем остальные. Ну, не умираем. Если вы умираете, вы стопаете дамаг, блядь.
пиздец. Здесь сидим. Чего были смерти, вот, блядь? Меня щупать-то взяло? Да нет, я других вот сейчас, последних. Мрога подошел. Вов, снайпер вообще умер. Ладно, это сейчас потом все равно скину. Взгляд безумца. Беспощадное отражение. Ну, хорош. Тоже ГП. Смотришь на черепок, получаешь урон. А вы заходить будете? Лорди. Ты заходить будешь? Нет? Простая будет, нет? Так, у нас пока есть П 30. Домажьте, домажьте, домажьте. Что там до выхода? 15 секунд. Успеваете вроде. Гера сразу пошла. Поворачиваемся. У кого мало здравомыслия, внимательнее. Я буду подводить бой. Короче, моя лужа там на танках будет. Что? Блять. Все, следующее без ума. Ой, сало. Ты сагрил криво моба. Не было сала. Первые два ма. Можно, наверное, клиф не нажимать, когда моб по фрейме проходит. Потому что танков ебет. Очень больно, милики какие-то, идите бейте. Все милики. Мобов бейте, идите. Лоу хпшных самых. Кто там он? Луна, череп, нет. Трусы. Эти сейвы пошубные, да? Ну, все пизда. Босс вообще не плотся. Да нет, столько трупов нахуй. Пиздос. Короче. Разбивание тяжелой щупальца. Вот эти двое. Хорош. Стеклянная. Только не надо было диван кидать. Все. Раз. Двор. Два. Окей. Три. Войд. Четыре. Второй тоже от мили атаки. Через 8 секунд. Вы там не лежите, ребят, вставайте. Как так, блядь? Не жмите клиф, когда он идет, блядь.
Как еще вы срываете, я не понимаю. Какими-то вихрями там своими санами. Еще что-то вы жмете. У вас идет флеш. Я не без понятия. Вы не должны срывать первыми. Первыми срывают хилы, какие-то шипы, там кто-то еще, кто элемы кливают. Локи кливают. Вы вообще не должны срывать их, блядь. Что там, пилот, вставай, резайся, обынс тебя там не резнуть. Уже было сказано. Дали еще. Есть же в скаун? Да. Слева. Винту. Есть. Проходит лужа, идем, все готовы. Метки прислетали. Только мы защита не обновляем. Ну, вы вообще не под ноги не смотрите. Тяжело. Найс, найс. Что еще будет у нас в этот раз? Интересно, давайте что-то сделаем. Упали на. Страж 7. Страж 8. Дай я зайду. Этим танком. Не, ну это кринж, блять. Там на самом деле не совсем в танках дело. Он бы, если бы Shield Maiden сейчас пошел, он бы еще две лужи активировал, пока пытался бы забрать этого босса, если бы прямой пошел. Просто да, не надо было спаунить мобов в лужах. Было бы все заебись. Да. Ну, либо если уж заспавнили, то съебаться нахуй в страхе от них. А в чем проблема с половиной рейдена пулов, блять, напуливать дальних, а не всех подряд? Или это так сложно понять, на напуле играя, блять? Или что? Или вам не проанонсили, блять? Нормально, там ноги заплетаются, у кого-то шнурки там развязаны, хуй знает, как вы двигаетесь, блядь. Все ебало в хилботе у одних, вторые не могут напулить, блядь, третьи вообще просто... Там клей опыхался, я не знаю, кто под чем, блядь, ну вас страшно. Третьи, сука, на Черной Пятнице отлично закупились, блядь, жалко, на мозг не хватило, блядь, со сдачи. Я уже не знаю просто.
Как, юмореска — это вчерашний ЗС. Да, хорошо, пиво. Скажи это только Кириллу сначала. Кульминация была все-таки вопра, блядь. Я уже сам страданул вместе с вами, блядь. Ладно, побили тему. Я тогда немного отвык. Ну как сказать, отвык? У нас в первом тоже не без приколов, блядь. Ну, массакр — это не нужно на самом деле, спел. ЛС, брось тебя быстро! Че тебе надо? А, шкаф надо. Ты убежал? Срочно! Не-не-не, да, ты убежал, но. Он просил, замени, короче, меня. А, он срать пошел. Очень... Не до него босс тяжелый, да? Вела нож стану. Короче, скажешь, как готов.